неизведанные горы Аламасом. Актеры, покажите все ваше искусство. Продали за долги в рабство. Он в страшных горах Аламас. А кто это тебе сказал? Хозяин. Мне жаль. Не жаль тебя, Юлан, но я должен сказать правду. Твоему отцу грозит новая беда. Беда? Его ждет смерть, мучительная смерть. Ты помнишь людей, которые ушли в Аламасские горы? Они везут с собой воздух смерти. Они купили рабов в горах Аламаса, чтобы испытать на них действие смертоносного газа. Мне жаль тебя, Юлан. Я решил помочь тебе. Слушай меня, Юлан. Только один Джамбон умеет управлять воздухом смерти. Кто это? Откуда ты? Что тебе нужно, девушка? Спасите меня! Спасите! Кто стрелял? Я взяла провожатого. Он хотел ограбить. Он чуть не убил меня. Да это актриса китайского балагана. Мое тесто в горах Аламаса. Если вы меня не возьмете с собой, я больше никогда не увижу моего отца. Позвольте, позвольте мне идти с вами. Возьмите меня с собой. Возьмите меня с собой. Неужели мы ее прогоним, профессор? Куда она пойдет ночь? Посторонний человек в экспедиции. Это неудобно, профессор. Ничего, пусть остается. Я бы не делал этого, профессор. Нельзя же прогнать девочку. Спасибо, господин. Пошел. Ночи, дева и ночи. Ассистент профессора Денбип и радистской экспедиции Стеблина даже во время труднейших переходов вели научные беседы.
Неизвестно только на какие темы. Как твое имя, фотограф? Андрюша. Андрюша? Андрей, Андрюша. Андрюша. Андрюша, что это? Водород. Вода? Вода! Нет, это не вода. Это газ. Газ? Болтаешь, какой воздух смерти? Гидрогеним. Водород. Абсолютно безопасен. Дендрит, спрячьте это. Увидите ее гранят. Юлан. Возьмите. Пейте, Юлан. Пейте. Скоро колодец. Зачем ты все-таки бросил нож? Ты хотел убить меня? Пойдем, Юлан, ко мне. Мы должны поговорить, Дендип. Скажи правду. Не бойся, Юлан. Если все расскажешь откровенно, поедешь с нами дальше. Я помогу тебе найти отца. Я скажу. Я вам все скажу. Хозяин театра. Воздух смерти. Как ты могла поверить такой глупой сказке? Покупать людей и отравлять их газом. Какая подлая выдумка. Мы идем в Аламасские горы искать нефть для нашей родины. Простите. Простите. Простите меня. Все выяснилось. Пошли, как и мы, пили другую воду. Без верблюдов. Лежите, лежите. Я встану. Thank you.
Кто ты? Зачем пришла в наши горы? Я ищу отца. Юлан. Юлан! Милая, Юлан! Сон Юлан, развязывай! Граня! Граня, освободите мне руку! До границы. Люблю Аламаса. Может быть, твой отец знает, кто такие Аламас? Вы хотите знать? Позволь мне, отец. Иди. А ножички свои забыла. Еще раз прошу, простите меня. Ну что ты? Ну что ты, девочка? Мы ведь друзья на всю жизнь. Не забывай нас. Ну, до свидания, Юлан. Юлан! Прощай, Андрюш. До свидания. Не забудь, Юлан. Москва, улица Горького, 16А. Москва, улица Горького, Thank you.